Они зарабатывают деньги, они работают, ездят по всяким конференциям, чтобы помочь людям и спасти свою компанию, например. Бизнесмены, но они работают, всегда поддерживают свою компанию, там дети по разным странам помогают людям. Бизнесмены только и делают то, что богатеют. Катаются на яхтах, катаются на лошадях, ездят на курорты. А еще бизнесмены играют в казино, в бильярд, а за них работают ихние работяны. А бывает, что бизнесмены разоряются, и они стают не бизнесменами, а обычными работягами. Бизнесмены – это трудолюбивые люди. Они только и знают, что надо работать и работать. Например, Билл Гейтс, у него сейчас 16 миллиардов, а он продолжает работать. Они ведут бизнес –